Какой препарат ботулина самый лучший? Этот вопрос волнует абсолютно всех пациентов во все времена. Самое главное – это выполнять инъекции в медицинском учреждении, которое располагает только оригинальными препаратами, врачи, в котором полностью сертифицированы и обучены для применения ботулина. Потому что происхождение данных препаратов, учитывая параллельный импорт и много разных обстоятельств, происхождение не всегда может быть известным. А это очень рискованный шаг. В настоящий момент мы располагаем препаратами Диспор, Релатокс, Тиамин, Миотокс, Лантокс. Все эти препараты абсолютно допущены к работе на территории Российской Федерации. Ботокс покинул наш рынок, поэтому его применение, каким бы образом он не был доставлен на территорию Российской Федерации, от него лучше воздержаться. В нашей клинике вы можете пройти процедуру ботулинотерапии с применением препаратов Диспорт, Ксиамин, Релатокс и Миотокс. Как видите, выбор впечатляющий. Ждем вас в клинике Атлас на консультации и процедуру ботулинотерапии.